Всем привет. Вот решил заехать в лес, поискать сморчки. Но как-то уж очень сухо. Сегодня вообще жарко, уже по 20 градусов, как летом. Вообще сморчки никогда не собирал, даже не знаю, где их искать. Здесь еще идет выше. Наверное, здесь ничего не будет. Надо искать где-то по низинкам. Ну, косули здесь есть, явно. И немало. Вот они тут тусуются. Не видел раньше, чтобы так заготавливали березовый сок. Пишите в комментариях, кто что думает. Я, конечно, надеюсь, что это лесхоз, но очень уж поваровски эти пилы сделаны. Явно бензопилой. Вообще-то здесь заказник. В общем, не знаю. Раньше такого никогда не видел. За зиму упало много деревьев. Как-то раньше такого не наблюдалось особо. Вроде бы такой бури какой-то выдающейся не было. Может быть, от снега? Да, скорее всего. Снег выпал рано, это в середине ноября практически. И вот до начала апреля был снег. Наверное, из-за снега эти деревья попадали. Здесь остатки насыпи от узкоколейки, которая здесь была лет 100 назад. Вот здесь был мост. Там, как я понимаю, можно еще перейти будет. Ну вот тут у нас. А там речка. Сапог, не полезу сюда. Ну вот там настил из досок, можно перейти.
зайду с другой стороны. Вот тут такая вот красота. Речка делает поворот. Вот здесь видна эта насыпь тоже. Ну, как-то так явных грибов не видно. Еще одно место заеду. В общем, не так просто найти сморчковое место. Вот такая красота. Открывается с охотничьей вышки. Такие выворотни свежие, еще зеленые. Та же речка, только ниже по течению. Где по берегу подтоплено. Ну, пройти можно. Да, красивая эта река. Только грибов нет по берегу. Ладно, похожу еще здесь. Достаточно много прошел. Грибов нет. Вообще. Не то, что сморчков. Даже строчки не попадались. В общем, либо не там, либо не вовремя. Я ищу. Ладно, попробуем на следующей неделе в другом месте поискать.